Евгений Урбанский трагически погиб на съемках, когда ему было всего 33 года. В таких случаях принято говорить «возраст Христа». Сравнение может показаться натянутым, но его самый знаменитый персонаж Василий Губанов не просто образцовый коммунист. Он одержим желанием изменить мир. Чтобы так искренне и проникновенно играть в идеологическом кино, надо сильно верить в своего героя и быть героем самому. Национальная особенность русских героев – жить с размахом, на пределе чувств, полюбить так королеву, потерять так миллион. Для того, чтобы возникла такая легенда об актере, надо, чтобы было несколько обстоятельств. Надо, чтобы он был, безусловно, талантлив. Надо, чтобы у него была чрезвычайно интересная судьба и, к сожалению, трагический конец. И все эти обстоятельства были у Жени Урбанского. Они встретились на Московском кинофестивале в 1957 году. Две звезды – Евгений Урбанский и Дзидро Риттенберг. Судьба их вырвала из толпы и поставила друг перед другом. Это все обстоятельства. Что это, ну, действительно, понимаете, когда булгаковская любовь, как там у него, любовь выскочила перед нами, как выскакивает в темном переулке убийца с финским ножом. Можно догадываться, можно предполагать, что у них было именно так. Здесь в этом какой-то злой рок судьбы или злая ирония судьбы. Встреча с цыганкой на вокзале. Классический знак в судьбе героя. 54-й год. Ох, красавчик, ждет тебя слава и любовь. Но торопись, жить тебе осталось 11 лет. Про славу и любовь 22 года кто же не поверит, да с его-то данными. А про остальное только рассмеялся. Баловень судьбы, счастливый муж и отец, студент театрального вуза. Вон я какой здоровый. У меня запас прочности на 100 лет. Ее звали Ольга. Хорошенькая студентка пединститута была соседкой приятеля. Он полдня прождал ее у подъезда. А потом всю дорогу читал стихи и в результате уболтал пойти не на лекцию, а в кино. После 2 лет встреч Евгений и Ольга поженились. Разрешение родителей они не стали спрашивать, ведь они уже были взрослыми. Жениху было целых 19 лет, а невесте 18. Оле как-то грозил неуд по физкультуре за систематические прогулы. Она из-за меня пропускала. Разрешите, я сдам зачет за нее. И Женя ходил на руках по стадиону, пока девушка-физрук со смехом не поставила зачет. Кто мог противостоять его напору и обаянию? Ну, очень быстро входил в ту жизнь, в то состояние, которое ему жизнь предлагала. В Москве Евгений Урбанский поступает сначала в автодорожный институт, потом переводится в горный, но успехами в учебе он и там не блещет. Помимо веселых компаний, танцев и пения под гитару, его влечет другое. Он играет в театральной самодеятельности и читает своего любимого Маяковского. Ему советуют поступать на актерский, но он не сразу решается. Он не очень уверен, что актерство может стать профессией. А ведь у него уже семья. Конечно, это была еще одна буря семейная, потому что уже родилась дочь, и кто должен был вообще кормить семью? Жили у моих родителей. Вот, ну, в надежде, что мы вот-вот кончим институт, и я, и он. Но я-то кончала, а он-то бросил. Активно защищала его позицию моя мама. Она говорила, что если Женя хочет, он талантливый, пускай он добивается, пускай он делает, пускай он идет. И, в общем, его очень поддерживала. В школу-студию МХАТ Урбанский поступил на удивление легко. Но первые 2 года не очень выделялся среди сокурсников. Он исправно участвовал в студенческих спектаклях, играл небольшие роли. Но его талант
словно дремал в ожидании главного дела. Была поговорка на курсе: зажат, как Урбанский. Потому что он был мощный, сильный, конечно, и сдерживать себя не умел, не мог и не хотел, наверное. Очень много острили, показывали этюды какие-то. Это все было вечером после занятий, по ночам. Сочиняли стихи. Женя весьма критично относился к себе. Ну, потому что такая была атмосфера в студии вообще. Фильм «Коммунист» одним махом переломил жизнь недавнего студента. Даже утверждение на главную роль было чудом. Урбанский сам вызвался на пробы и сразу заявил, что именно он должен сыграть Василия Губанова. Видимо, от волнения пробы были не слишком удачными. Но опытный Юлий Райзман разглядел в 24-летнем юноше то, что необходимо было для роли. Неистовый темперамент и душевную ранимость. То, что заставит миллионы зрителей поверить в героя. Привыкли руками-то. На съемках Урбанский чувствовал себя паршиво. Вот напросился на главную роль, а ничего не получается. Неуклюж, зажат. Райзмана уговаривали поменять неопытного актера. Партнерша по роли Софья Павлова замучилась. Ты что, совсем целоваться не умеешь? Ты же вроде женат. Так она его подначила, что он отыграл любовные сцены, как стихийное бедствие. Грешно ведь. «Коммунист» произвел фурор во всем мире. Получил множество фестивальных призов, включая престижный венецианский. В Голливуде Урбанского тут же окрестили советским Брандо и попытались зазвать к себе. Юноша из полярной Инты в один момент стал мировой звездой. Женя был действительно звездой, хотя никак этого как ни он не ощущал, ни мы тогда не понимали еще, тогда этого понятия не было. Но был звездой, потому что он был в самые переломные годы, и он как бы эти годы, эти проблемы вот тех лет он осветил. Премьера «Коммуниста» на острове Свободы. Мир тогда, что ли, был горячее, люди были другие. В этой сцене зал вдруг взрывался криками: «Компанерос, не сдавайся, не умирай, мы тебя спасем!» И автоматная очередь по экрану. Урбанский вскакивает с места. «Не умираю, не сдаюсь!» Вася! Рим. Баллада о солдате. Премьера. Эпизод Урбанского. Вот он, калека, стоит на перроне, раздираемый сомнениями. Зачем вернулся? Кому он нужен тут? Вдруг в тишине требовательный женский голос: «Ну что ты стоишь, она же любит тебя!» Кричит не кто-нибудь, Джульетта Мазина. И публика начинает скандировать: «Она любит тебя! Она любит тебя!» О, Васенька! Вернулся! Живой! Это было веселое время. Пьянящий воздух свободы кружил голову. Физики и лирики сбивались в стаи и зажигали до упада. Урбанский был на расхват. Его любили все, и он сам любил веселье. Кафе «Националь», ресторан ВТО – явочные места, где всегда можно было отыскать друг друга. Сейчас, вот я сейчас вспоминаю, уже многих нет в живых, но компания у нас была, на мой взгляд, потрясающая. Из совершенно разных людей состояла. И художники, и физики, и инженер вот Эдик, Вовочка Левинсон. В общем, был какой-то костяк компании. И он обрастал огромным количеством замечательных людей. Ну, меня он звал физик, так сказать, я кончил МАИ, поэтому нельзя было говорить, где я работаю, и вообще в «Националь»-то нельзя было ходить. Но он говорил: «Ну, физик ты, физик, ну, напиши мне какую-нибудь формулу, только секретную, ну, можешь очень секретную». Я говорю: «Ну, конечно, могу». И сам я соображал, какую же формулу, значит, написать.
Ну, конечно, я ему написал формулу Эйнштейна, Е равно МЦ квадрат. Он был очень доволен. Когда с тобой мы встретились, черемуха цвела, и в летнем парке музыка играла. И было мне тогда еще совсем немного лет, но дел уже наделал я немало. И пил я скок за скоком, а на утро для тебя швырял хрусты налево и направо. И ты меня любила и часто говорила, что жизнь плотная хуже, чем отрава. Вечер получился, так сказать, невероятный, вернее, даже не вечер. Вышли мы утром на Мясницкую, на высшей улице Кирова, и последним аккордом, замечательным совершенно, была встреча с таксистом. Проезжают машины, все в парк, в парк, в парк. Наконец, одна останавливается. Мы даже бросаемся к этому. Он на нас не смотрит. Он смотрит на Женьку и говорит: «Коммунист, садись». Потом я только помню, как мелькали фонари, и мусора кругом в саду свистели. Всю ночь я прошатался у причала до зари, а в спину мне глаза твои смотрели. И там же Женя вот расколотил ту гитару, которую ему разрисовали все художники. Не знаю почему, но он шмякнул гитарой об асфальт или там об угол чего-то. Эх, в загуле в таком. Яншин, принимая его в театр, сразу попросил у бухгалтера доплаты. Ты посмотри, сколько такому овса надо. Женя и впрямь не дурак был в обед умять по 3 порции. Его и называли Женей Большим. За всеми его богатырскими слабостями легко угадывалась сила, имя которой — любовь к жизни, большой ребенок, дорвавшийся до сладкого. Женщины сами шли за ним. А отношения с Ольгой становились все напряженнее. Мучительные вспышки ревности, обиды, попытки начать все сначала. Мы расставались с ним, я даже, когда меня спрашивают, когда вы расстались, я даже не могу точно сказать, потому что это продолжалось просто годы. Тянулось, то мы были вместе, то мы расходились, то потом уже я вышла замуж, а он приходил, устраивал какие-то непонятные сцены, когда вообще уже не имел никакого вообще ни отношения ко мне, ни права, ничего. Он устраивал сцены какие-то чуть не до драк. Вот, и очень трудно сказать. И причина, наверное, в том, что просто ни я, ни он не могли обуздать свои чувства. Свет зари на бару со звонами плачут глухари, плачет где-то ива схороня. Только мне не плачется, на душе светло. Это был по тем временам, конечно, драматически, сейчас я вспоминаю, как... Да и тогда это было ясно, да, довольно комический такой сюжет, когда мы пришли, поскольку он действительно, он жил в общежитии с нами, он спал на одной кровати с Геней Фроловым, они оба худы были, как щепки, вот, и, потому что, ну, негде было спать, на полу, что ли, вот. И поэтому мы пришли, когда был развод, мы пришли в суд, свидетельствовать, что вот да, вот он с ней не живет, он живет с нами в общежитии. Публика была вся настроена довольно иронически к этому, и когда, значит, мы выходили из зала, кто сказал: ну, сейчас он им выставит. Их роман продлился полгода.
Большой срок для актера, очарованного и избалованного женским полом. Студентка той же школы-студии МХАТ Татьяна Лаврова была моложе на 6 лет, но степень ее неискушенности. После первого поцелуя с Урбанским она прибежала к бабушке. «Я, наверное, беременна». Они и поселились в коммуналке у бабушки за занавеской. Но однажды раздался телефонный звонок. Какой-то добрый человек сообщил Тане, что Женя вовсе не на гастролях, а в такой-то гостинице, в таком-то номере с такой-то гражданкой. Она упала в обморок. Урбанский пытался помириться, но Лаврова не смогла простить измену. Признавалась потом. Была бы повзрослее, махнула бы рукой, смогла понять, но идеализм молодости. И ему судьба готовила другую женщину. Обстояло так. Все состоялось на празднике, стадионные праздники, куда целые таборы актерской братьи выезжали. И вот там произошла встреча Ритенбергс и Урбанского. Даже помню такую деталь. Кто-то мне сказал, что Урбанский уже заказал себе билет там, по театральным делам отъезда в Москву из этого города, какого-то среднерусского, в Москву, и потом вдруг Урбанский пришел и попросил билет поменять там на какие-то более поздние числа, или даже вообще сдал билет, не назвав точного числа. Хотя еще романа не было, была вот эта встреча, так что это себе можно представить, может быть, там и слов-то не было сказано, может быть, там и не говорено ничего не было, а вот в этом мелком жесте сдал сразу билет. Наша встреча была как удар молнии. Мы не могли отвести друг от друга глаз, вспоминала Дзидра. Их назовут самой красивой парой советского кино. Казалось, что они созданы друг для друга, и что им предстоит долгая, счастливая жизнь. Взлет Дзидры Ритенбергс – это было одно из чудес нашего кино, возможных только в середине 50-х годов. Причем это чудо объясняется не просто там, ну, наверное, история повторяется. Так же, как во время перестройки повысился интерес к России, а кто там новые люди, а что они, как они. Наверное, так, это же все-таки она, как бы, взошла в самую оттепель. Она не была звездой, которая, кстати, носит себя или, так сказать, приветствует своих многочисленных поклонников. С кем бы сравнить? Но я бы сказал, есть, может быть, такое понятие «дружелюбная императрица» или «демократическая императрица». Эй, отводи душу! У ней была царственность. Необычайно ее осанки, она была полновата всегда, но это полнота абсолютной гармонии. Она приехала оттуда, ей должны делать операцию на сердце.
И весь роман происходил у них вот на этом операционном столе. Он ходил к ней туда, навещал ее, и когда ее выписали из больницы, он ее притащил к нам, в сарай наш. Даже утром мы увидели Дзидру, спускающуюся в Женькином тренировочном костюме. То, что и выяснила ее сердечная болезнь впоследствии, действительно была изначально вот эта красивая, вальяжная, ухоженная женщина. Она, в ней все прекрасно было, и цвет лица, и какой-то матовый отблеск такой кожи, все это. Казалось бы, само женское воплощение такого благополучной красоты. Видите, а в сердце червоточины. Не зря болело сердце. Только что закончился трудный 4-летний роман с Вячеславом Тихоновым. Похоже, здорово помог кардиологам Урбанский. После операции Дзидра с легким сердцем согласилась на его предложение. «А вдруг ты уедешь в Ригу и не вернешься», — сказал он и быстро потащил ее в ЗАГС. «Нельзя жениться в обеденный перерыв», — противилась регистраторша. «Мне можно», — сказал Женя. И их расписали. Мировая знаменитость все еще не имела собственной жилплощади. После института Евгений Урбанский вместе с большей частью сокурсников был принят в театр имени Станиславского. Это была молодая труппа, еще не обремененная славой, деньгами, репутацией. Они были счастливы, что снова вместе и что играют в самом центре Москвы. Возможность увидеть на сцене живого Василия Губанова, конечно, притягивала зрителей. Но Евгений Урбанский не страдал звездной болезнью. Играть с ним всегда было легко и радостно. А после спектакля не было нужды расставаться. Все жили одной веселой коммуной практически в самом театре. Только после женитьбы руководитель театра Михаил Яншин сможет выбить Урбанскому и Дзидре скромную однокомнатную квартиру на Соколе. Во дворе театра, значит, было помещение, где столярные мастерские, еще там были всякие, реквизит делали. Там было 3 комнаты, в которой в одной жил Володя Коренев, значит, со своей женой Салой Константиновой. В другой жили Юра Гребенщиков и я, а в третьей жил Женя Урбанский. Это тогда уже была его жена Дзидра Риттенбергс. И среди ночи вдруг раздалось: «Женя, клоп, клоп!» Потому что там были клопы, и все там, условия были очень суровые для жизни. Она все время говорила: «Уйди, Женя, ты у меня в почке!» Это очень обаятельно было, он дидряга, дидряга. Все. Номер комнаты я знал, я подхожу и слышу разговор. И хотя времени было, наверное, там часов 12 дня, знаете, такой утренний разговор мужчины и женщины. Но вдруг открылась дверь, и вышел Евгений Урбанский в пижаме, такой, по-моему, полосатый, и с чайником в руке. И пошел куда-то в другую сторону этого длиннющего коридора. И вот он шел по этому коридору, ну, так человек, он шел в мечтах. Чайник так болтается, почему-то он разглядывает потолок, который, наверное, кстати, видел, и он удалился. И мне стало неловко, я пренебрег там всеми заданиями, всей служебной необходимостью, я тихенько, когда он прошел там на кухню, ретировался с милым раем в шалаше. Но они этот рай себе устроили. Дзидра была другая. Не похожая ни на кого из актерской братьи. Сдержанная, величественная. Она снисходительно принимала участие в ночных застольях и держалась особняком. Даже прибалтийский акцент придавал ей заграничный шарм. В ней действительно было что-то королевское. Рядом с ней он немного чувствовал себя провинившимся мальчишкой. Они на самом деле были разные, но это еще больше притягивало друг к другу. Заставляло притираться и менять свои привычки. Поначалу творческий бедлам с застольями, толпой друзей и спорами до утра сильно раздражал Дзидру. То же самое я могла бы найти в Риге. Но всегда была выдержана приветливо. За 5 лет Дзидра запомнила лишь пару семейных ссор. Однажды они договорились пойти кому-то в гости,
Женя опоздал и пришел на веселье. Дида сняла со стены тарелку, привезенную Женей из Мексики, с маленькими белыми рыбками, и грохнула об пол. Женя молча снял со стены вторую и подал жене. Вот и вся ссора. На утро они мирно позавтракали и отправились под ручку в театр. Но, кроме всего прочего, Дзидра выросла во вполне обеспеченной семье и привыкла к определенному достатку. Урбанский страшно переживал, что не может устроить своей королеве достойные условия жизни. Когда они поженились, она решила его познакомить со своими родными и пригласила его в Ригу, к себе домой. И вот он говорит, я когда вошел в этот огромный дом, но еще не разобрался, мы первую ночь переночевали, я проснулся, Дзидры нету, мне что-то нужно это посмотреть, куда выйти, где Дзидра. И я вдруг запутался в этом доме, я не мог найти, как все равно это блуждал по всему дому, пока она уже не явилась, и тут мы разобрались, в чем дело. Я думаю, вот это квартира, это живут. Дидра испытывала к Жене материнские чувства. Она была на 4 года старше, хотя внешне это было незаметно. До такой степени, что когда она привезла его в Ригу, вердикт родни был таков. Староват, а так хорош. А мать тихо сказала ей, знаешь, он очень похож на твоего отца. А Дидра была похожа на Женину мать. Вот она, где тайна человеческого притяжения. Валерий Фрид еще по инте знал ссыльного Якова Урбанского, в прошлом видного партийного работника, и работал на шахте с его женой. И вот как он ее описал. Полина Филипповна крупная, красивая, приветливая, была до странности похожа на Дзидру Риттенберг, будущую жену Жени Урбанского. Такие сопряжения многое объясняют. Она уезжала в Ригу на, там, на 2-3 дня, оставляла ему деньги. И Женя тут же шел, естественно, в ВТО. И тут же ни копейки у него не было, да он еще занимал, и когда Дидра появлялся, он говорит, Джунечка, там зарплата положила, он говорит, Джуня, я, понимаешь, остался должен, он говорил. И она говорила, значит так, предупреди всех, что я в долг никому не даю, это не, чтобы никто тебе не одалживал эти деньги. Звонили поклонницы. У меня внебрачный сын от Евгения Яковлевича. Дидра отвечала, что ж, привозите, будем воспитывать. Женский голос сообщал в трубку, передайте Жене, что ресторанный счет я уже оплатила. Напомните ему, что мы встречаемся, как всегда, под часами. Дзидра, посмеиваясь, передавала. Хвала прибалтийскому темпераменту. Если звонок раздавался ночью, трубку брал Урбанский. Девочки, дайте покой, у меня утренняя репетиция. Лишь однажды он дал волю своей ревности, но сделал это тонко. Тарковский предложил Дидре сыграть роль дурочки в фильме «Андрей Рублев». В эпизоде «Праздник» героиня должна была бегать по лесу голой. Дидре заявила «Хочу сниматься». Он прочитал сценарий и уставился на жену. «Я не понял. Там нечего делать. Если ты хочешь показаться голой, я не против. Созовем всех наших друзей, и ты выйдешь к нам голая. Но чтобы перед всем народом». Ко всему народу ее еще никто не ревновал, и она отказалась от роли. Он вообще без людей не мог находиться. Вот бывают люди, которые должны быть в обществе с другими людьми. Бывают люди, которые находят удовольствие в общении только с собой. Вот он был очень общительный. Наверное, какое-то внутреннее одиночество, которое в нем было, этим покрывалось, наверное. Урбанский по-прежнему получал предложения, снимался в кино. Но ему не хватало по-настоящему масштабных, трагических ролей, таких как «В коммунисте», «Чистом небе» или «В балладе о солдате».
Ему было тесно в бытовом, психологически достоверном кинематографе. Его неистовый темперамент требовал иного масштаба и полной гибели всерьез. Время шло, а ничего равного тому, что он сыграл раньше, не появлялось. Подобно античному герою, он как будто вызван был совершить некую миссию, а выполнив ее, исчезнуть. Человек создан, это просто, это трагедия. Человек создан для героических ролей. Грустно так говорить и страшно так говорить, но я не представляю Женю в средней драматургии, в среднем кино, средним артистом. Нет. Он очень беспокоился всегда, его тревожило, что он не может Дзидре предоставить и как-то окружить ее таким не только вниманием, но и помощью, и что как проявить себя не только как хороший актер, который имеет славу, но чтобы он был как мужчина. Она немножко всегда беспокоилась, когда он в какие-то поездки уезжает. Кроме, наверное, последней. Когда он в экспедицию уехал, все были рады. Мы были очень рады за него, что, наконец, он получил большую роль. И сейчас он будет занят. С фильмом «Директор» Урбанский связывал особые надежды. У него, наконец-то, была большая роль, выразительный характер и драматическая история. Этот фильм должен был снова стать его триумфом. Он с нетерпением ждал съемок, но в то же время, как мог, оттягивал их. Самые сложные сцены предстояло снять в Каракумах. Все-таки, наверное, есть что-то в этом. Он так не хотел лететь вот на эти съемки. Я просто помню, мы стояли вот около сцены, и он никак не из театра не могли выгнать его. И все говорили, иди уже домой, уже лететь надо утром, и все, до свидания, Дзидра ждет. Он говорит, я не хочу лететь завтра, не хочу лететь. Но никто же не мог подумать, что там что-то может произойти. Просто все знали, что он самолетов боится, лететь он боится. Ну и вот так вот. Когда вот мы поехали к нему, вот последняя наша была, так сказать, с ним встреча, ему тоже не хотелось петь. Он говорит, Алена, он меня просит, я не хочу петь. Я говорю, ну и не пой, и не надо, и давай так посидим. И вот у него тогда было вот единственное, я помню, вот такое унылое какое-то, как будто прям предчувствовал. Основные сцены уже были сняты, оставались эпизоды с дублерами. Урбанский вызвался сам выполнить несложный трюк – разогнать машину и соскочить с бархана. Особой необходимости в этом не было. В кадре не видно, кто сидит за рулем, но накануне у него украли все заработанные деньги, а за трюк платили вдвое больше. Успешно сняли первый дубль. Оператор предложил повторить для надежности. В глазах у всей группы машина разогналась, взлетела и перевернулась. Решайте. Или похороны, или ребенок. Врач старался не смотреть ей в глаза. Поздняя беременность, 37 лет. Волнение могло кончиться еще одной трагедией. И Дзидра выбрала жизнь. Согласилась лечь на сохранение. Женя ее простит. Он тоже всегда выбирал жизнь. Гори, гори,
моя звезда, звезда любви волшебная. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Гори, гори, моя звезда, что-то такое все очень невечное. Невечная, гаснущая, зажигающаяся. Вот, наверное, и Дзидра была в его жизни вот с такой звездой. Через несколько лет Дзидра окончательно решила вернуться в Ригу. Она закончила режиссерские курсы и стала снимать кино в качестве режиссера. Дочь, родившуюся через 3 месяца после гибели Урбанского, она назвала Женей в память об отце. Замуж она больше не выходила. Смоктуновский вспоминал: Женя был добр, как хлеб, и прост, как земля. Во время съемок неотправленного письма Урбанский вскормил 2 соколов. Они, выучившись летать, улетали, но возвращались, находили его, доверчиво садились на плечи и голову. Даже когда Женя, отснявшись, уехал, соколы еще долго прилетали к нам, но все наши старания заменить его оканчивались неудачей. Им нужен был он, и они улетали. Твоих лучей неясной силою вся жизнь моя озарена. Умру и над могилою гори сияй, моя звезда. Умру ли я и над могилою гори сияй, моя звезда.